Что касаемо сюжетной линии сериала, то она не стоит на месте, и нашему вниманию открываются динамичные события. Все начинается с простой игры и борьбы за миллион евро. Но очень быстро цель «денежный приз» отходит в никуда, и теперь главное выжить. Тайга очень огромна и малоизведана, а действие игры разворачивается именно там. Хотя съемки киноленты проходили в Абхазии. И вот наши герои останутся наедине сами с собой и всем ужасом, который происходит вокруг них. В киноленте перемешались все известные виды хоррора. И после первой серии начинается настоящий жесткач, который сердечникам и слабонервным лучше не смотреть. Зомби, волки, людоеды, военные, страшный вирус, тунгусы, золотодобытчики, зэки. Со всем этим вы встретитесь уже в начальных сериях, а дальше только интереснее и запутаннее. А еще очень удачно сделан саундтрек «Широка страна моя родная», исполненный зловещим шепотом. Очень хороший ход для устрашения. Так что добро пожаловать в райский уголок природы, ад кромешный для оказавшегося в нем. Дополнительные подробности о сериале смотрите в описании к видео.